Однако, здравствуйте, у микрофона снова Лёха, и сегодня мы поиграем в блокаду. Ой, блин, я только вышел, прицелился, а меня уже сносит в голову псих какой-то. Но, по-моему, это был не он. А может быть, это он псих. О, не... А, это он псих. Крыса. Я бы ему, конечно же, написал, но чтобы не было такого соблазна, я отключу чат. Выходить нужно с другой стороны, но тут выйти не получится. Блин, аккуратненько надо как-то этого... Крысёныш... Опа. Опа-опа, меня уже выцеливает. Уже выцеливает. Что делать? Надо обойти с другой стороны. Наверное. Надеюсь, мне это поможет. А, ну конечно. Хуй там плавал. Меня убивают в спину. С другой стороны. Как я и хотел, в принципе, да. А, ну да, фраг у меня добирает. Выносим этого в голову. Сейчас бы крысу эту снять. Да не выйдет никак. Выносим. Не, если спереди меня противник, вообще мало шансов на выживание, если я его вижу, конечно. Вот я сейчас понятия не имею, где сидит этот... Ага, псих уже не сидит. Он уже на респауне. Я слышал шаги. Я слышал тебя. Сейчас сразу начнут писать читер, читер. Но нет, я просто играю в наушниках, и я просто слышу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Блин, кругом МГ, я ни хрена не слышу абсолютно, кроме выстрелов этой МГ. Она меня аж бесит. Так, кто-то что-то копает. Подкопчик какой-то. Блин, открытая местность, опасно, я... Опа, видел. Минус. Я тебя ви... Блин, или твоя броня, или спаун. Капец, я еще жив, я еще жив, я еще жив, я буду жить. Так, кто там еще был? На шару. Опа. Есть. Еще минус. Плюс 7 я делаю. Есть. Как детей. Хм, псих. Какой-то он изи псих, если не в спину валит. Так, ну что ж, перезарядить все имеющееся у меня оружие. И продолжать мстить. Правда, у меня немного подлагивает, и я не замечаю. Блин, немного не замечаю. О, зараза. Хотел пробить по силуэту. Но не вышло. Снял мне каску. Там был красный. Там нету красного. Там был желтый, я его видел. Встретим, встретим, встретим. Да где же? А, блин, не заметил. Как я мог его не заметить? По-моему, там был желтый или меня переглючило сейчас. Ты наш крысёныш. Ну ничего, я ему жизнь здесь спокойно и не дам. Крысить он у меня здесь больше не будет. Главное, чтобы сзади красные не поджимали. А они могут. Красные ребята опасные. Вон с МГ бегает. МГ-леди. Гламурный пулеметик. Для гламурных рукожопов. Так, что у нас здесь? У нас здесь труп. Псих зассал и взял винторез. Ну, ему это не особо поможет. Я не пальцем деланный. Далеко не убежишь. Оп. А, блин, спрятался, спрятался. Так, не прострелять на шару. Так, смотрим. Такс. Да они, короче, вообще мясо бесполезное. А, убил все-таки. Не довел, не довел. Я думал, он меня не видит и могу спокойно навестись. Но хер там плавал, да. Как обычно. Что ж, пойти что ли на красных ради развлечения? Для разнообразия. Тут кустиков нет, тут незачем прятаться. Очень открытая местность, не люблю я такое. Когда я куда-то бегу, я не вглядываюсь. И может сидеть кто-то по силуэту простреливать, который видно даже за непрогруженными текстурами. Кстати, это можно считать как баг, и чтобы разработчики это исправили. Блин. Вот сейчас он меня таким же образом... Или в спину? Не знаю, убил, короче. Не самая приятная вещь, когда ты идешь, вроде бы за тобой стена, вот как сейчас, но на определенном расстоянии. Стена не прогружается, прогружается только силуэт твоей текстурки. И можно спокойно валить противников. Вот, сейчас даже эта текстура пропадет. Вот, потиху пропадает. Ладно, фиг с ним. Сейчас речь не о том. Сейчас речь идет о том, что мне нужно отомстить какой-то гадине, которая валит меня в спину. Так, ладно, минус один. Нужно найти, где этот боец. Интересно, он сейчас завалил нашего. А где был тот наш? Непонятно. Опа.
Ага, это свои, свои. Ой, блин, сейчас меня завалят. Здесь нет? Еще жив? Живой, хорошо. Так, где сидит этот боец? Понятно, отправили его на респаун. Можно пойти и поджать его там конкретно. Ибо нефиг меня в спину убивать. Не люблю, когда так делают. Так, ой. Пятый плуер разбирает нашего. Так, минус боец. Почему мне в голову, не знаю. Вроде бы до головы довел. Странно. Ну ладно, нужно уничтожить еще всех остальных. Чтобы не повалить. Опа, что это сейчас было? Это был пинг. Ой-ой-ой-ой. Застрял, застрял. Хотел отойти назад, не получилось. Пинг у меня оказывается весьма нехороший. Я отошел за стенку, а урон по мне все-таки прошел. Хорошо. В кустиках у него шансов, конечно, больше, чем у меня. Ну, точнее, больше, чем у игрока с Барреттом. Но про меня речь не идет. Я мощнее. Я хитрее и точнее. Опа, 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 кто стрелял? М700 слышал. Сзади свой стрелял. Можно подсесть здесь. Здесь можно пойти уничтожить бойца, который где-то отсюда. А, сломал. Точнее я, блин, конечно. Зато я могу хорошо выслеживать. Отлично просто. И получать в щи я тоже хорошо умею. Без этого никак. Так, что ж, нужно... Нет, оружие менять не буду. Так, силуэт ничей не вижу вообще. Абсолютно никого не вижу там. Но там кто-то есть, я слышал выстрел. Блин, подходить. Опа, опа, опа. Ты спалился. Чел. Ой-ой-ой-ой. Ну давай, выйди еще раз, я тебя убью. Но в другой раз. Так, здесь его сняли, хорошо. Хорошо. Опа, опа. Так, это кустик. Опасно высунулся. Очень опасно. Все, тут больше никого нет. Наверное. Но я надеюсь. Как бы вот в голову. Вот это вот мне здесь мешает отходить назад. О, все. Это было МГ-42, 13-й левел. Аж обидно. Из-за того, что добавили вот такие вот пушки. Меня может убить даже какой-нибудь криворукий нуб. Чисто за счет оружия. Потому что здесь оружие решает. Ой, двойная броня. Ой-ой-ой, баг с прицелом, баг с прицелом. Плохая вещь. Сначала появился прицел, потом исчез полностью. Так, ну... Я же дяденька такой, не пальцем деланный. Блин, опять двойная броня. Ничего, она работает только один раз. Опа. Блин. Так нечестно. Потому что я не успел выстрелить. Это даже обидно как-то. Так, ну там боец опять шалит. Боец. Не шали. Сразу в щи, наказан. Я хожу как папочка здесь по карте и наказываю всех, кто играет неправильно. И играют неправильно все, кто убивает в спину. Но мне можно, потому что я наказываю. Не знаю, вроде бы он не повернулся ко мне, но... Ну, полностью, в смысле. Но как-то убил. Пинг. Это плохая штука. Когда он шалит, это вообще плохо. Кто у нас там СМГ гоняет? И там. И здесь, и там, везде. А, зачем быстро целиться, если можно подождать, пока он сам на прицельную сетку напрыгнет, а? Все просто. Так, что? Никого не вижу, никого не слышу. Блин, я слышу МГ, и мне становится страшно. Потому что если он подойдет сзади, я банально не успею даже развернуться. Блин, почему эта текстура застрелилась? Алло. Чё? Упс. Небольшая техническая проблема. В смысле? Опа, опа, в окне кто-то был. А я выйду с другой стороны, там, где он ожидал меня увидеть. Вот отсюда. А в окне никого нет. Свалил, что ли, гад? Нет, не свалил. Но он в тыкве, я не пробью. Так, что у нас там? У нас там звуки выстрелов из МГ. Можно было бы подождать. Я не хочу отходить, пока там есть живые противники. Ну все, можно уходить. Посмотрим, что у нас тут есть. Перезарядить пистолет. Это как бы моя вторая жизнь. Без этого никак.
Так, стреляют по моему прошлому местонахождению. Только тихенько. Уходим. Выхожу я совершенно открыто, вообще, не знаю, пофигу. Самый борзый я. О, остался я один в команде. 11 смертей. Ой, какой нубский у меня счет. Так, ну тут, короче, там кто-то был, если он туда стрелял. Но он его убил. Все же. Так, что там делал красный, непонятно. Можно подождать, вдруг заметит. А, не попал. Ну, добить я его хочу. Просто потому, что я могу. А почему бы нет? Блин, так серьезно, я не напрягался еще ни в одной игре, в которую я играл ранее на своем канале. Может, потому что там просто тупые боты, а здесь нужно думать. Здесь прям серьезные игроки. Максимум по 15 лет. Ну, приблизительно так. После меня еще никто никого не убил. Беспредел. Здесь почти никого нет. Я заходил, тут было 29 игроков. Неужели это я всех разогнал? Ну что ж, давайте продолжим игру на другом сервере. Так, ну что ж, я вернулся. Это карта... Как она называется? Клазмос? Что за бредовое... Опа. Здрасте. Бредовое название. Не знаю, кто придумал. Какое-то оно странное. Опа! Мясо! Мясо стоять! В смысле? В смысле? У него не было каски на голове. Я начал стрелять, у него резко посыпались каски в три слоя. Что? Их не было? Ну и меня кто-то добил в спину. Так, минус один. А, крысы наверху сидят и... Блин, одной пулькой минус 50 хп. Нет, это было две пульки по 25 хп, мне показалось. Да. Крысы наверху ползают. И я тоже. Но мне можно, я уже говорил. Потому что я не сижу на одном месте, как некоторые сядут в уголочек и будут тут подрачивать. А я... Ой-ой-ой. Опытный убиватель, поэтому я часто меняю свое местоположение. И не выглядываю из одной дырки много раз. Блин, почему Барит стреляет так медленно? Что мешает персонажу быстрее нажать на курок? Просто чтобы сделать бум. Блин, он в тыкве, это его спасет. Это его реально спасет, потому что он в тыкве, а тыква не пробивает. Так, это мне? Так, это... Отключу чат нафиг. А то меня тут детородным органом называют. Обидно даже. Никакого признания, никакого почтения. Я типа ютубер. В блокадку их любимую играю. Они меня все обижают. Вот такой вот я. МГ нужно наказывать. Строителя тоже нужно наказывать. Не знаю, вышел там кто, нет. Посмотрим, есть здесь кто-нибудь. Нету. Так, ну... Блин, лучшая тактика практически на любой карте, это просто ходить по кругу и убивать все, что шевелится. Потому что отсюда видно абсолютно все. Практически. Только у меня немножечко лагает. Ой-ой-ой, что-то я... Где-то мой план дал осечку. Где-то я ошибся. Что-то тут пошло не так. Так. О, опа, опа, опа. Мое мясо. Ой, блин, не заметил. Не заметил. Это даже обидно. Серию убийств мне прервали. Кусок мяса забрали. А я мог его отстрелить. Ну, я буду мстить. Так, сучара, ты где? Надо будет перед видео поставить превьюшку. Ахтунг, ненормативная лексика. Так, что у нас тут есть? Никого у нас тут нету. Хотя зачем? Тут детишки, блин. Два раза младше меня могут быть. А, добивает меня это Дима. На шару, наверное, прострелил вдалека... вдаль. Но в два раза младше меня детишки могут материться таким образом, что даже я не пойму. Ой, это была чужая граната. Это было плохо. Хотел просто отреспауниться вместо того, чтобы перезаряжаться. Так быстрее получится. Внизу у нас что? Внизу у нас ничего интересного. Обычно тут стеночку отстраивают. Я чувствую себя в большей безопасности. Ну что ж, экстрим, экстрим. Так, вот это вот нафиг я отсюда спилю, оно мне здесь не нравится. И тебя я тоже спилю, ты мне тоже не нравишься. Уходи. Кыш, брысь. Есть тут кто? Так, это опасно. Бум. Никого. Никого нет.
фу промахиваться. А, второй раз промазал и добивают меня в спину. Угу. Ну что ж, я думаю, на этом пора заканчивать. Это как бы мой первый ролик по блокадке. Не знаю, как вы, ребята, оцените. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.